Видите того парня? Это я. Почему я так выгляжу? Я писатель. Эдди, может, пора с этим завязывать. Но если вы думаете, что со мной никогда ничего не происходит... Эдди Мора! Привет! Расскажи мне про книгу, сколько ты уже написал? Ни единого слова. Пожалуй, я могу тебе помочь. Говорят, что наш мозг якобы работает всего на 20%. С ней он заработает на полную. Она проходит клинические испытания у спецслужб. Но ради любопытства и все. Я был слеп, но теперь прозрел. Одна таблетка в день и никаких границ. У меня появились культурные потребности. С каких пор ты говоришь по-итальянски? Я написал книгу за 4 дня. Я хотел бы пересмотреть мой аванс. Даже математика пригодилась. 12 тысяч и 2 миллиона 300 за 10 дней. Он меня поражает. Итак, ты Эдди Мора. Знаешь, это нечто. В чем твой секрет? В таблетках. Твой дар от Бога или кто там написал сценарий твоей жизни. Я открою тебе кредит. Тебе нужны игрушки. Мало кто знает, каково это — стать идеальной версией самого себя. Какая цена? 12,5. Беру. Все, что у меня есть, я хочу разделить с тобой. Ты что, думаешь, за тобой следят? У меня провалы в памяти. Я не помню последние 4 дня. Если бы это был просто дар, ты мог бы уничтожить нас. А что ты будешь делать, когда они кончатся? Ты умрешь. Ты не понимаешь, у твоей жизни нет сценария, иначе бы ты на меня не работал. Нет сценария, да я вижу полсотни сценариев. Вот что она делает, Карл. Я опережаю тебя на 50 шагов. Стоит рискнуть. Что бы сделали вы?